Будучи судьей всей Вселенной, Бог имеет право установить систему нравственного устройства, и Он это сделал. И решив, что грех заслуживает наказания, должна быть понесена плата, и эта плата — смерть, то тогда не остается никаких иных путей заплатить за грехи, кроме как заплатить кровью, заплатить смертью. Если бы Бог захотел решить проблему греха иным способом, Он мог бы. Но решив, что грех заслуживает наказания, и этим наказанием должна быть смерть, то каким образом тогда можно оплатить за свой грех? Единственный путь — это смерть. И в Библии мы читаем, какое решение нашел Бог, решив искупить спасенных людей. Что ж, давайте перейдем к конкретным вопросам. И, к счастью, у вас есть конспекты, в которых все напечатано. Поэтому мы пройдемся по этому материалу достаточно бегло. Откройте, пожалуйста, раздел «Библейские данные». Это страница 97. Давайте посмотрим, как эта теория представлена в Писании. Если вы посмотрите, то со страницы 97 по страницу 102 ваших конспектов представлены различные концепции, такие как умилостивление, примирение и тому подобное. И, быть может, вы подобные термины уже слышали ранее и при этом задавались вопросом, имеется ли в виду одно и то же, или эти термины означают различные понятия? И да, и нет. Да, все эти термины говорят о том, что Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. Но также и нет, потому что эти термины рассматривают совершенное Христом с различных углов. Поэтому давайте рассмотрим эти термины один за одним. И первое, что мы должны сказать, это то, что жертва Христа представляет собой заместительную жертву. И эта идея лежит в основе доктрины замещения. И об этом вы также можете прочитать в своих конспектах. Соответствующий материал там приведен. Читая Новый Завет, не остается сомнений, что то, что совершил Христос, можно назвать жертвой. И вот в чем суть теории замещения. Как мы уже сказали, наказание за грех должно быть понесено. То есть, так как мы все грешники, мы должны понести наказание. И вот согласно теории замещения, жертва Иисуса Христа принесена вместо жертвы грешников. То есть Иисус Христос заплатил вместо грешников, принесена заместительная жертва, и грешнику уже не нужно нести наказание. То есть вы понимаете, в основе лежит утверждение, что мы являемся грешниками, и Бог должен нас наказать. Христос заплатил за наши грехи на Голгофском кресте, и так как Он понес наказание вместо нас, нам уже не нужно быть наказанными. Мы уже сами не должны нести это наказание за свои грехи, если мы принимаем жертву Христа ради нас. Вот как было в Ветхом Завете, грех человека, который переносил жертву, вменялся жертве, животному, которое приносилось на жертвеннике в жертву Богу, и грешник уходил искупленный. Поэтому можно говорить о том, что ветхозаветные жертвы устраняли необходимость приносящего жертвы нести наказание за свои грехи. И что же мы видим в Новом Завете? В Новом Завете
мы видим, что смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте была принесена по тому же принципу, и эта жертва также является заместительной жертвой. Его жертвой были оплачены наши грехи, наказание за наши грехи. И в результате этого устранена необходимость нашего наказания. Теперь тексты Нового Завета, в которых говорится об этом, о Христе. И, конечно, основное отличие между жертвой Христа и жертвами, приносимыми в Ветхом Завете, состоит в том, что ветхозаветные жертвы необходимо было приносить вновь и вновь, всякий раз, когда совершался грех. Жертва Христа отличается тем, что она была принесена однажды и навсегда. Ее не нужно приносить вновь. Ее достаточно, чтобы покрыть грехи всех людей. И о каких же текстах идет речь? Ну, во-первых, это послание к евреям, 9 глава, стихи с 6 по 15. Это замечательный текст. В нем ветхозаветные жертвы связываются с жертвой Иисуса Христа. Мы видим такую параллель. Если вы прочтете этот текст, то увидите, что автор послания к евреям упоминает различные действия, которые совершались в день искупления в Израиле. И затем автор этого послания дает понять, что то, что совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, это более, чем все жертвы, приносимые в день искупления в Ветхом Завете. И точно так же, как жертвы, приносимые в Израиле в день искупления, были заместительными, так же и жертва Иисуса Христа была заместительной. Также можно открыть 13 главу послания к евреям и посмотреть на стихи с 10 по 13. В этом тексте жертва, принесенная Иисусом Христом на кресте, сравнивается с приношением за грех в Ветхом Завете. И если ветхозаветные приношения за грех были заместительными жертвами, то есть благодаря этим жертвам устранялась необходимость наказания того, кто эти жертвы приносил. Он уже не должен быть наказан после принесения жертвы. И если это достигалось ветхозаветными приношениями, то насколько же совершение в этом плане жертвы Иисуса Христа, пишет автор послания к евреям. Итак, такова идея замещения. Я думаю, здесь необходимо упомянуть еще вот что, если мы говорим о жертве Христа как о заместительной жертве. Вот в случае с Иисусом Христом, приносящий жертву и был жертвой. Другими словами, в одном действии Христос одновременно был и приносящим жертву, и также Он был и самой жертвой в одно и то же время. Понятно, что во времена Ветхого Завета в иудаизме такого не было. Те животные, овцы и волы, которые приносились в жертву, понятно, что они не были священниками. В случае же с Иисусом Христом, Иисус выступал одновременно и как священник, и как жертва. Итак, когда мы с вами размышляем о том, что совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, и когда мы смотрим на жертву Иисуса Христа и думаем о том, как она относится к нам, людям, то мы для объяснения можем прибегнуть к идее замещения. Но если мы посмотрим на все с другой стороны и попытаемся ответить на вопрос, что же этой жертвой достигается в отношении с Богом, а не только в отношении самому себе. Что ж, далее мы от идеи замещения переходим к идее умилостивления. И что же мы можем сказать
об умилостивлении. А сказать действительно есть что. Если посмотреть на то слово, которое используется в Ветхом Завете, слово «умилостивление», то в основе этого слова еврейский глагол «кафар». Я думаю, что вы уже уловили, что это то же самое слово, которое лежит в основе названия праздника «Йом-Кипур» — «День искупления». И этот глагол «кафар» означает «покрывать». И здесь следует отметить три момента, когда мы говорим об умилостивлении. Все эти три момента перечислены в ваших конспектах, если вы посмотрите на страницу 89, где описано использование этого слова в Ветхом Завете. Во-первых, можно говорить об умилостивлении за грехи. Второе, что следует из умилостивления, это очищение и прощение. И третье, это умилостивление Господа, то есть связано с нашими отношениями с Богом. То есть можно говорить о том, что грех вызывает Божий гнев. И необходимо что-то сделать, чтобы смягчить Божий гнев, иначе Божий гнев повлечет наше наказание и уничтожение. И можно говорить о том, что мы покрываемся жертвой, кровью жертвы. В Ветхом Завете шла речь о крови животных, теперь же это кровь Иисуса Христа. И вот эта кровь жертвы умилостивляет Бога, устраняет, смягчает Его гнев по отношению к нам, грешникам. Что ж, все это может показаться вам достаточно интересным, но все-таки остается вопрос, почему же необходимо смягчать Божий гнев? И мы вскоре вернемся к этому вопросу. А сейчас я хотел бы обсудить с вами новозаветные слова, которые используются в контексте умилостивления. Мы понимаем, что в основе идеи умилостивления лежит понимание, что Бог недоволен грехом, и необходимо умилостивление, чтобы устранить это недовольство. В основе идеи замещения лежало представление о том, что необходимость наказания устраняется. Мы уже не должны нести наказание, потому что оно уже понесено, и тем самым гнев Божий смягчен, произошло умилостивление Бога. Итак, на чем же основана необходимость умилостивления? И здесь я хотел бы указать на несколько текстов Священного Писания, которые тем или иным образом говорят об умилостивлении и почему оно необходимо. Во-первых, это 118-й Псалом, стих 137, а также 144-й Псалом, стих 17. Еще раз повторюсь, Псалом 118, стих 137, и Псалом 144, стих 17. В этих стихах говорится о праведности Божьей. Есть и несколько других текстов. Это 5-й Псалом, 5-й стих, а также послание к Евреям 1:9. Эти тексты указывают на то, что Бог ненавидит грех. И если Бог абсолютно праведен, то понятно, что нечего ожидать, что Он обрадуется, когда мы грешим. И вот эти тексты в 5-м псалме и в 1-й главе послания к Евреям показывают, что Бог на самом деле ненавидит грех. И к этому можно еще добавить 18 стих 1 главы послания к Римлянам, где говорится о том, что гнев Божий открывается на всякого, кто творит нечестие, кто совершает грех. Итак, если Бог не может выносить грех, так как Он праведен, и более того, Он даже ненавидит грех,
то гнев Его обращен на совершающего грех, на грешника, на нас с вами, если только не будет совершено что-то, что смягчит этот гнев. Если вот это что-то не будет совершено, то мы будем уничтожены. Поэтому необходимо умилостивление. И есть в Священном Писании тексты, которые показывают, что умилостивление достигнуто жертвой, принесенной Христом, и что на кресте было совершено умилостивление. И все эти тексты также перечислены в ваших конспектах. Какие же неверные представления могут быть связаны с идеей умилостивления? Некоторые люди ошибочно считают, что умилостивление необходимо потому, так как Бог настолько разгневан, что иначе Он не сможет проявить любовь. И таким образом Бог-Отец противопоставляется Богу-Сыну. И при этом Сын делает что-то, чтобы переменить нрав Отца, сменить Его гнев на любовь. Это неверное представление идеи умилостивления. Почему? Да потому что в основе идеи умилостивления и лежит Божья любовь. Другими словами, если бы Бог не любил нас изначально, то Он бы позволил Своему гневу поглотить нас. И именно потому, что Бог любит нас, Он предложил жертву умилостивления, чтобы смягчить Свой гнев, обращенный на нас. Поэтому Бог не стал любящим из-за умилостивления. Он умилостивился из-за того, что Он любящий. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Есть еще одно неверное представление об идее умилостивления. Оно также связано с отношением Отца и Сына. И согласно этому представлению, между Отцом и Сыном нет мира между собой. Они противопоставляются друг другу. И считается, что Отец хотел бы покончить со всеми грешниками. Но Сын вмешивается за людей, заступается за них. И в итоге Сыну удается переменить нрав и настрой Своего Отца по отношению к людям, чтобы Отец в итоге не убил всех людей. Проблема с этим представлением в том, что идея об искуплении принадлежит не только Христу. Эта идея исходит от всех лиц Божества. Поэтому не стоит ни в коем случае думать, что есть некая война, противопоставление Отца и Сына, и в итоге Сын побеждает, и потому нам с вами даровано спасение. Отец и Сын едины, они на одной стороне, и думают они одно и то же. И помните о том, что записано в 17 главе Евангелия от Иоанна, в 4 стихе. Иисус говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Конечно, здесь идет речь не только о деле искупления, но в том числе и об искупительной жертве Иисуса Христа на кресте. Итак, мы с вами показали, что же совершается искуплением, что оно значит для нас, и также мы с вами показали, что оно значит для Бога. И следующая идея, к которой мы с вами хотим обратиться, это идея искупления. И здесь то, что совершил Иисус Христос, рассматривается само по себе. Здесь
мы не пытаемся рассмотреть жертву Христа с позиции Бога, и также не пытаемся рассмотреть эту жертву с позиции людей. Мы пытаемся ответить на вопрос, что же это за жертва и что же она совершает. Но прежде чем мы пойдем дальше, позвольте мне спросить, есть ли у вас вопросы по поводу идеи замещения и умилостивления? Что ж, если вопросов нет, давайте пойдем дальше и поговорим об идее искупления. И далее мы перейдем с вами к еще одной теме. Но а пока давайте остановимся на искуплении. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.